Вітаю, це ютуб-канал «Фабрика новин». Ставте лайк, підписку, дзвіночок. Мене звати Анастасія Федор, і з нами Юлія Латиніна, російська журналістка, писательниця. Юлія, здравствуйте. Добрий день. А можна журналіст і писатель? Я так ненавижу ці фемінітиви. Да, так, нас кошечки і пёсики. Привыкли, так. Да, что в украинском есть, конечно, обязательно журналист и писатель. Как говорила Анна Ахматова, я по половому признаку не объединяюсь. Тоже, что тоже правильно. Юлия, читала я вашу колонку в издании The Hill под названием «Просто дайте Украине оружие сейчас», и я прочитала следующие слова, которые для себя выделила. Единственная причина, по которой путинский режим пошел на войну, заключается в том, что Путин поверил собственной лжи. Ну и вот спустя 7 месяцев войны, как думаете, он до сих пор верит в победу, в свою ложь? Знаете, как ни странно, да. Я думаю, что ему до сих пор докладывают генералы, что вот тут вот немножечко не то, вот тут вот еще надо мобилизовать, и все будет хорошо. Потому что я вам скажу такую очень печальную вещь, когда он поймет, насколько плохи его дела, тут он всерьез будет думать о ядерном оружии. А пока все, что происходит, вот извините, у меня там уже с тех пор вышла другая колонка в The Hill, и она как раз была посвящена тому, Путин действительно собирается применить ядерное оружие, или это он всех запугивает. И вот суть потому, что он думает, что мобилизация ему поможет, он, во-первых, еще находится в некотором неведении относительно главных фундаментальных черт своей армии, этой кампании. А во-вторых, с ядерным оружием он еще блефует, пока это его любимая пиар-история, пока он пытается заставить нас вот этими фейковыми референдумами, этими фейковыми вхождениями областей в состав России, пока он пытается заставить нас обсуждать фейки, вместо своих поражений на фронте и обсуждать свои ядерные яйца, которыми он трясет, вместо его реальной боевой импотенции. Вот когда до него дойдет, тогда, может быть, печально. Вот, кстати, о ядерном оружии. Пока Пентагон не подтверждает информацию о перемещении российского ядерного оружия к границам Украины, там уверяют, что внимательно следят за ядерными силами России. – Но вот также накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике, безопасности Жозеп Боррель, он сказал, что необходимо показать, что поддержка Евросоюзом Украины непоколебима, несмотря на угрозы России применить ядерное оружие. Но мы ведь понимаем с вами, что поддержка должна быть не на словах. Какая должна быть поддержка? Ну, слушайте, одну секундочку. Во-первых, насчет поддержки, не в словах. Мы можем, конечно, выкатывать претензии к американцам и говорить, что они то не поставили, все не поставили, танков не поставили, действительно не поставили, а атакамсов не поставляют. Но, извините-то, снаряды у украинской армии кончились 152-миллиметровые еще в апреле, и все, чем с тех пор работает украинская армия, ну, если не считать там минометов или чего-нибудь того 122-миллиметрового, это, собственно, те самые «Хаймерсы», это 155-й и так далее. И именно за счет американских поставок достигаются, я имею в виду, с технической составляющей нынешних украинских побед являются американские поставки. Это и называется поддержка на деле, а не на словах. Что же касается того, что вот, значит, там Меркель, кстати, говорит, что надо серьезно относиться к ядерной угрозе. А европейцы это говорят. Понимаете, тут какая прекрасная вещь, что вне зависимости от того, блефует Путин или нет, делать надо одно и то же. Показывать ему твердый кукиш и объяснять, что с ним будет. Собственно, американцы это сказали, они сказали, катастрофические будут последствия. И, может, вам покажется это несколько неясным. Я вас тогда успокою по поводу неясности. Во-первых, это неясность вполне намеренная, которая оставляет Америке место для маневра. То есть это не из всей неясности «ой, тогда я напишу в ООН». Это вот неясность, когда человек, которому получил угрозу, вот реальную угрозу убийства, не понимает, ему кирпичом прилетит или его из ствола застрелят.
Эта неясность, в ходе которой Путин не понимает, что с ним случится, по его бункеру прилетит обычное но высокоточное оружие, или томагавки прилетят по российской армии в Украине, или все это вместе, или еще что-то. Но в любом случае это неясность такого порядка, из которой Путин понимает, во всяком случае должен понять. Заметьте, как он даже так это самое глазки слегка спрятал и начал как-то стеснительно выражаться об этой ядерной угрозе. Не то чтобы вот сразу прямо закричал, но мы сделаем это, это и это. А он так это, американцы создали прецедент Хиросима, то есть там еще это расшифровывать надо. Вот угрозы не произносят таким, значит, запинающимся голосом. И так вот, вне зависимости от того, блеф это или не блеф, а это сейчас блеф, но потом в какой-то момент, как я уже сказала, блефом может перестать, чтобы этого не случилось, реагировать надо совершенно одинаково. Но по той простой причине, что, ну, слушайте, даже если это 5% не блеф, то это 100% неприемлемая вещь. Если Путин хоть раз применит ядерное оружие, даже если это будет не стратегическое, даже если это будет тактическое ядерное оружие, они же там выбирают цели, они же там текут, мы рассматриваем Яворовский полигон, мы рассматриваем мосты через Днепр. Вот если кто-нибудь, Путин это в какой-то момент это сделает, то это означает, что там еще долгий хвост желающих от Си Цзиньпиня до Эрдогана, который скажет, о, как-то там, если Бога нет, то все позволено, как у Достоевского. Если Соединенные Штаты больше не гарант, то все позволено. Оказывается, в мире теперь все решает сила. Ну что, мы пошли. Они причем, кстати, более успешные кандидаты, чем Путин. Ну, кстати, интересно, говорят, что Путин вроде как до 15 ноября не решится применить ядерное оружие, ведь там саммит G20, он тоже как бы намерен там быть, а вот зимой все может быть. Как думаете, вот чего он ждет, если он даже пугает? Вот да, была же информация, что вот мы аннексировали территории, если по нашей территории будет какой-то удар из Украины, мы сразу же станем на защиту. Но мы видим, что контрнаступление идет, мы завоевываем свои назад территории, ну, которые считает Путин, что это его территории. Ответа нет, тогда чего он ждет? Ну, понятно, блефует, но может ли это быть потом, к концу года? Не-не, стоп, смотрите, значит, сначала разберемся с территориями. Есть две причины, по которым Путин провел эту Шарманкину операцию. Вернее, даже три. Одна из них – это лишний раз подтвердить верность своих нукеров, чтобы вот все эти люди, которые сидели со спитыми красными рожами в Георгиевском зале, потому что они бухают от ужаса уже несколько недель, и они-то как раз ждут применения ядерного оружия, насколько я знаю, и в это свято верят, в отличие от военных экспертов, чтобы эти люди лишний раз присягнули на него, чтобы пресечь всякое шевеление в рядах. А вторая вещь, это, как я уже сказала, заменить реальность пиаром. И теперь он там будет, знаете, теперь он может навсегда утверждать, что эти территории вошли в состав России, что вот он их прирастил, но может они там что-то временно оккупированы, но вот вам, значит, херсонская полиция в изгнании, херсонский парламент в изгнании, херсонские фильтрационные лагеря в изгнании и так далее, так далее, так далее. А его избиратель, если у него еще есть избиратель, я вам гарантирую, просто не заметит разницы. Это вторая вещь. Третья вещь, вот, о которой как раз надо сказать, это ровно то, о чем вы говорили, ядерный шантаж, потому что у Путина была такая фантастическая теория, что вот есть Российская Федерация, у нее в доктрине написано, что она может применять ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы. Вот теперь это территория Российской Федерации, значит, ей существует экзистенциальная угроза. А дальше следует финт, из которого вы никогда не решите, что Путин находится в здравом уме и твердой памяти. А вот теперь на Западе должны испугаться и остановить украинское наступление, потому что на самом деле Россия-то воюет не с Украиной, а воюет с Америкой. Это Америка говорит Украине, что делать. Вот они, американцы, сейчас как испугаются, сейчас как остановят.
Ну и как бы вам сказать? Вот была такая замечательная первая опиумная война, которую я очень люблю, которую китайский император продул, умудрившись не называть ее войной, он назвал это беспорядками у границ, от чего, собственно, и продул. И которую китайский император продул, потому что каждый раз, когда китайские войска черпели очередное поражение, генералы докладывали императору об очередных победах. И вот там среди мер, которые принимались для остановления английского наступления, было бросить кости тигра в пруд дракона, значит, чтобы дракон проснулся и прогнал английские войска. Вот я бы сказала, что то, что мы видели в Георгиевском зале, это в чистом виде бросания костей тигра, потому что больше глупости. Это вот он себе сконструировал. И вот то, что он себе сконструировал, рушилось у него сразу на следующий день под Лиманом. Сейчас рушится под Давыдовым Бродом. А еще не забудем, это я тут позволю себе предсказание на правах филолога. Что если вы посмотрите на карте, где находится Лиман с одной стороны, и посмотрите на карте, где находится Давыдов Брод с другой стороны, то вы обнаружите, что у вас есть посередине очень интересная территория, на которой пока еще ничего не происходит, кроме артиллерийской подготовки, которую ведет генерал Залужный. И вот мне кажется, что вот на этой территории будет происходить самое интересное, потому что ваша покорная слуга на правах филолога предсказывает сокрушающий удар украинской армии не на Херсон, не на Сватово, а на серединку, на Мелитополь или на Бердянск. То есть там, где прорвется этот фронт, а я думаю, что он прорвется, вот там мы, скорее всего, увидим самое интересное. Интересное предсказание. Вот вы вспомнили о Лимане, и также бы я хотела поговорить о том, как воюет российская армия. Вот в обороне города Лиман Донецкой области, откуда российские войска отступили, недавно принимали участие элитные войска РФ. И вот русская служба BBC выяснила, изучив социальные сети, проговорила с родственниками погибших бойцов, что Путин просто послал на смерть элитных бойцов, которыми гордились во власти. Вот, ну понятно, в СМИ говорили о другом, что там мобилизированные, добровольцы воюют. Как может быть настолько неэффективная армия России? И что тогда говорить о недавно мобилизированных людях, что они тогда смогут показать? Первое, под Лиманом, насколько я знаю, помимо, во-первых, там действительно были мобики, а во-вторых, там были вагнеровцы, которые являются самыми профессиональными частями в Российской Федерации, это без сомнения. Вагнеровцы, например, до сих пор у нас штурмуют Бахмут, что является абсолютно с тактической точки зрения безумным. Но зато, если Бахмут будет взят, или хотя бы если можно будет там продвинуться, то это сделает что? Это поднимет политический статус господина Пригожина. Вот отовсюду сбежали, а вот Бахмут взяли. И поэтому, судя по всему, Пригожин там не жалеет ни усилий, ничего. Там, кстати, действительно до сих пор существует пресловутый огненный вал. Так что вот история с Бахмутом, она предвестник очень интересных перемен внутри российского общества и внутри российской военной иерархии. Там за этим надо внимательно следить не только с военной, а в первую очередь с политической точки зрения. А что же касается элитных войск, то, понимаете, вас кто-то обманул. А в России армия не является элитным местом. Этим она, кстати, отличается от Израиля. И этим она отличается последние 8 лет от Украины. По их мнению, может быть и элитная, конечно. Понимаете, это абсолютно принципиальный вопрос. И потому что я не знаю, сколько у нас еще времени, но, наверное, это будет один из последних тейков, которых я скажу. Дело в том, что так уж устроен мир, что тот, кто руководит армией, обычно руководит обществом. И, например, в 15, 16, 18 веке аристократии и дворянство существовали зачем? За тем, что они воевали в армии. Такого не бывало, да, чтобы аристократия не воевала, а страной правила. Вернее, когда аристократия перестала воевать, и когда армии стали массовые, то тогда начался процесс, который известен как демократизация Европы, связанный с тем, что вот те люди, которые воевали,
они стали и голосовать. Вот после Первой мировой войны, после первых массовых армий началось всеобщее избирательное право. В этом смысле путинская Россия представляет собой нонсенс, потому что армия, в которой там, сыновья Песковых, сыновья депутатов и все прочее не воюют, причем принципиально, а набирают туда реально маргиналов. А теперь еще Путин объявил всеобщую мобилизацию. Теперь у меня просто вопрос на засыпку. Как вы думаете, сколько пройдет месяцев? Ну, все-таки месяцы, возможно, должны пройти, прежде чем вот эти люди, которые взяли оружие, обнаружат, что, а, собственно, а какого черта ими командуют какие-то другие люди, которые в армии не воюют? Так не будет, просто прецедентов в истории человечества не было. А Путин это прекрасно понимает, поэтому Путин делает две вещи. Во-первых, он по-прежнему позволяет уезжать и откосить от мобилизации. То есть он нарочно делает так, чтобы в армию пришли только те, кто является наиболее беспомощными, наиболее безинициативными, наиболее покорными, наиболее неумными. А во-вторых, у него на эту армию, он сколько там мобилизуется? Ну, миллион. У него 3,5... Ну, пока 200 тысяч, вроде говорят, пока так. Ну, пока 200 тысяч, там где-то там в закрытых цифрах миллион, это будет, значит... У него 3,5 миллиона силовиков. У него 340 тысяч одних ОМОНовцев, которые, кстати, действительно являются элитными частями. Вот кто является в России элитными частями. Росгвардия. Смотрите, как они вооружены. Посмотрите, как они похожи на чернорубашечников вот в этих своих черненьких со щитами, со шлемами. Вот это действительно мужик. А тот самый, который мобилизован в армии, умирает от цирроза печени на пороге призывного пункта, уже случился этот факт. Да, да, и во сне там умирают, уже 7 случаев было в России. Но согласитесь, это характерная, характерное объяснение, иллюстрация того, что представляет собой человеческий материал, который Путин вербует в армию. Так вот, для того, чтобы даже этот человеческий материал не осознал, что теперь у него в руках оружие, и теперь он диктует судьбу России, как пьяные матросы в 17 году, у Путина есть 3,5 миллиона силовиков, из них 340 тысяч вот этих прекрасно вооруженных росгвардейцев, которых, заметим, никто на фронт не гонит. А точно так же, как в Донецкой Народной Республике, менты Дикого всех гнали на фронт, брали людей в тапочках из домов и гнали на фронт. Но сами на фронт не ходили. И я думаю, на этом мы вопрос о элитных российских подразделениях, если можно, завершим. Да, и еще один вопрос, если можно, есть у вас время? Да, давайте. Да, вот интересная еще информация, что уже центральные российские пропагандистские СМИ уже заговорили о проблемах, которые были, в принципе, с самого начала так называемой спецоперации. Видимо, скоро полетит чья-то голова, и, как кричат террористы, такие как Гиркин, одно из последних его сообщений, он говорит, что нужно задавать вопросы фанерному маршалу и ему верному Герасиму. Мол, пока одних даже муму никто не добился, пишет такое. Если уже такие разговоры пошли, есть ли кого тогда поставить на место Шойгу того же? Ну, вы понимаете, есть известная басня Крылова о том, что вы, друзья, как не садитесь в российской армии, а Путин в течение 20 лет подбирал кадры таким образом, в частности, вот Шойгу, да, какую функцию выполнял Шойгу? Он сидел на стуле командующий на стуле министра обороны, чтобы на этот стул случайно не уселся кто-то, у кого есть яйца. И не представлял собой опасность Путину. Это вечная проблема такого рода авторитарных структур, которые построил Путин, что если у вас есть сильный полководец, то он смещает вас, а если у вас полководец слабый, армия слабая, то вы проигрываете войну. А Путин просто забыл, Путин все время помнил первую часть этого уравнения, совершенно забыл о второй. Точнее, он совершенно всерьез был уверен, что он каким-то образом умудрился сочетать абсолютно никчемных и вороватых вот этих вот людей во главе армии с какими-то чудесными вундервафлями, которые ему сейчас войну позволят выиграть. Он объелся собственной пропагандой и в нее поверил. Очень
значит, очень несвежий продукт. Так вот, а вообще это, конечно, отдельная изумительная тема. Вот если честно, я в понедельник собираюсь посвятить просто очень большой стрим и большой текст написала о том, почему и при каких условиях в истории армии становятся неэффективные. Это довольно контринтуитивно, потому что очень много трактатов о военном искусстве написано, как правильно бить врага. И, естественно, большинство людей, которые писали эти трактаты от Сунь Цзы до Лида Лагарда, они писали трактаты о том, как сделать армию эффективной. Они не задавались вопросом, при каких условиях армия становится неэффективной. Так что я просто приглашаю людей в этот понедельничный стрим. Мы поговорим обо всем, начиная с бронзового века и колесницы мечей. Но очень короткий вопрос про ответ про неэффективность армии, вернее, конкретно российской армии, заключается в том, что если у вас структура, которая слишком могущественна, что и представляет собой опасность для правящего царя, как представляла собой опасность советская армия, потом российская армия, теоретически всегда, для любого, собственно, диктатора армия представляет опасность, то если эта структура слишком могущественна, то, как ни странно, если она работает на себя, то ее становится очень опасно реформировать. И получается, что она не может выигрывать войны, с одной стороны, но, с другой стороны, при попытке ее реформирования она может сместить правителя. Вот примерно это происходило в атаманской порте с янычарами. Вот примерно это происходит с российской армией, и мы все это наблюдаем. Очень интересный кейс. Спасибо вам большое. Это YouTube-канал «Фабрика новостей». Ставьте лайк, подписку. Юлия Латынина, журналист, писатель. Спасибо за разговор. Думаю, мы еще с вами. Да, и, кстати, уж тогда и на меня подписывайтесь. Тоже, конечно, я думаю, что вы описание моего YouTube-канала, хотя не YouTube-каналом единым, разместите под этим видео. Обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо.